помещение мы нашли довольно неплохое. Вот, по всем параметрам подходит. Сейчас будем заниматься ремонтом. Находим строителей. Сами будем там ковыряться. Ну а вторым этапом нашего DAO, нашего пути, является подбор оборудования. Вот. Нашли вроде неплохое. Искали у нас в Украине много производителей. Цены, конечно, разнятся от и до. Заграничных не смотрели, потому что цены вообще заоблачные для нашей экономики, для нашей страны. Сильно уж дорогие не стали рассматривать, потому что там они обшиты медью, они для ресторанного типа. Ну, такое нам не надо, у нас будет просто производство. То есть нам нужна цена-качество, оптимальное соотношение. Самые дешевые тоже сначала рассматривали, потом решили не смотреть на них, потому что сертификации нету. У нас все будет по-честному, без подпольного производства, поэтому решили остановиться на компании Пивояр. Вот решили выбрать вот такой агрегат на 300 литров. Смотрится неплохо. Решили съездить в Белую Церковь, сами посмотреть на производство, пообщаться с ребятами. Что мы и сделали. Так что смотрите, наблюдайте, как это происходило. Всем привет, друзья! Вот Харьков, раннее утро. Отправляемся в Белую Церковь смотреть оборудование для нашей пивоварни. Вернее, сначала в Киев, потом автобусом в Белую церковь. Наши места. Вот и Киев. Все, сейчас бежим на автостанцию, на Белую Церковь. Вперед! Вышли с вокзала. Где-то там автовокзал должен быть на Белую Церковь. Метров 200. Туда вниз. Приехали в Белую Церковь, ждем представителя компании Пивояр. Сейчас должен нас забрать, поедем смотреть оборудование. Ну вот мы добрались до Белой Церкви, вот приехали на предприятие Пивояр. Вот Сергей. Вот. Наш проводник показывает все, что здесь. Вот наши аппараты. Трехсотлитровые. Фильтр-чан, заторник, емкости для воды. ЦКТ пока нету, еще не готовы. Ну, пока обсуждаем, присматриваемся. Ну вот, приехали в офис Пивояр. Центр Белой Церкви. Интересное место, старое. Нужно взять оттуда крупным планом все ряды. Ну, хотя бы впечатление есть. Thank you.
Москве в ресторанчике местном. Очень интересный антураж. Бывшие старые помещения, вон такие казематы. Обсуждали договор на нашу любимую пивоварню. Вроде сошлись во мнениях. Так что пойдем сейчас подписывать. Все, договор подписали. Спасибо, ребята. Счастливого пути. Счастливого. Да. Будем варить пиво. Ну что, день был насыщенный. Вроде все удалось, как планировали. Подписали, посмотрели, все отлично. Обратно на Харьков. Всем привет. Ну, вот мы и приехали в Харьков. Закончилось наше путешествие, сутки. Все удачно. Всем спасибо, следите за нами на канале. Будем развиваться вместе. Пока.